станет ли Тиан Тао сюрпризом вот в этой весовой категории? Ну, или вот такой не китайской традиции. Шестьдесят — это не так много, но очень четкий подход. То ли его отправили китайские тренеры на 160 килограммов для того, чтобы первый раз, как говорится, обстрелять на чемпионате мира, но, то ли действительно готов на другие результаты, нежели те, которые позволяют соревноваться с призовой.